контролирует все моменты. Я на контроле. Лицо только не видно. Это Нарафа-Минск. Через час взвешивание начнется. Сейчас все прикидывают, кому еще подогнать, кому можно попить, а кому подождать. Вот как этот человек мог бороться в 65 килограмм, а? Как он боролся в 65? Как ты, этот человек, говорю, в 65 мог бороться? Ужас. 74 подсушивает. Часть людей прошла, проверилась. Да, чем-то Москва тебя там не тем кормит, что ты там потерял. Питок. Что-то колет. Колет даже? Ты смотри, какая фигура. Ё-моё. Какой пресс. Ну да. Почти. Ноги, но качок прям, я смотрю. Вот они, москвичи, да? Трико именное, все дела. И барабанная дробь. Муртазов как был велосипед, так и что в 61, что в 65. Я же говорю, что в 61 был худой, блин, что в 65 худой. Обалдеть. Все равно гоняешь, да? Три? Ну. Уэндуй. О, красавчик, привет. Четко. Иванов Михаил. Много. Да. Сделал, да? Много гонял, нет? Я слышал. Да, красавчик. 57. Иванов. Игнатьев Дархан, призер. Приветствую. Справился? Да.
Исламбек. Доброе утро. Что там? Домашние весы что показывают? Радует? Они не могут. Ты уже договорился бы с ними там, 120 бы весил. Кнопочку нажал, дома же. Доброе утро. Что ты? Не удивляешь тренера? А, Самвел сейчас нам покажет класс. Самвел. Четко. Айсен, это же не твой вес. А? Как так? Ты тоже решил попробовать? Так, и что? Сколько весит наша футболка? Четко. Ровно 120 граммов. Винокуров тоже 57. Отлично. Отлично. Еще можно. Еще можно попить? А, кушать. Я думал, всем воды хочется. Не еды. 56, 800. Все, это свободно. Себединов. Я не понял, почему Брянск? Самый высокий борец в самом маленьком весе, да? Что, Сибединов? Что там у нас? Отлично. Отлично. А ты это, не переживаешь, опаздываешь, да? Доброе утро. Ровно. Надо еще просто там проверить, сравнить все сами в зале. А я не знаю, бывает же. Четко. Шумилов. Что, хорошо? Ты даже пикнуть им не дал. Багаудинов. Даже в штанах. Еще раз. И все равно лишнее. Александр. Красавчик. Она не прям в шапке даже, да? Так, Славик, ты почему обижаешь пацанов всех? Все разделись? Нет. Рабулат, доброе утро. Ты все, поменял категорию? С гонками закончил? Сасланбек. Ё-моё, бегать еще придется. 97 трико мешает людям. Это страшно. Шабанов. Норма. Сайдалханов. Что, совсем опять? Опять? Как он мог весить 70, я не понимаю. Нет? Чермен.
Дзукаев. 200 грамм. Пускаев. Еще раз. Да. Магомед, доброе утро. Доброе. Николай. Красавчик. Доброе утро. Отлично. Грамм. Юсупов. Да. Магомед. Евлоев. Где килограмм потерял? Там была. Ну что там? Тетелька в тетельку. Картоев. Собственной персоной. Ислам, доброе утро. Отлично. Феток. Доброе утро. Что-то ты пропадал как-то одно время. Где ж ты был? А? Доброе утро. А? Почему не боролся? Толпаров. Кто там? Доброе утро. Сайдалханов. Норма. Всем 300. Артик, доброе утро. Четко. Адам, что за дела? Где 92? Сейчас, секунду. Подожди. Самое. Аба, четко. Еще раз. Ну что? 80. Как Богомоев. Много еще, нет?
Лишь бы они не отличались теми весами, которые в зале стоят. Ну, вообще должны быть, но сейчас бах, 100 грамм, и все, и все побежали. Такое тоже может быть. Так, ладно, да. Немножко сыграть. Нет, там все... Брат у меня здесь сам приехать не может, рядом. Поэтому он говорит... Не скидывайте ему, рядом пускай приезжает. Бахилы. Вот, приветствую. Ну что там? Все, это хорошо. Осталось побороться. Хорошо. Ну что ты прячешься? Доброе утро. Поближе. Сделал? А, ну радуйся, можешь воды попить. Доброе утро. Что там? Что-то лишнее еще? Еще надо вспотеть. 300 грамм. Доброе утро. Антон Якименко хочет темной лошадкой выскочить. У тебя схватка первая сразу с другом твоим. С Кычкиным. Рамазан. Доброе утро. Нормально? Да? Доброе утро. Вес сказки. Вот он. Балаян. Доброе утро. Звезда. Ну что, ты удивишь сегодня, нет? Я тебе скажу, у тебя не очень хорошо там сразу начинается. Вот Сухаев. Доброе утро. Ты что, переехал? Да. Даниил. Все. Забрали. Хорош. Данил, доброе утро. Ну-ка, покажи. Четко. Отлично. Доброе утро. Что там такое? 125 не хочешь бороться? Не дают? Алим. Как нога? Удивлять будешь? Якубов. Ай, хорошо. Олимпийский вес. Думаешь? Сейчас узнаем, да? Миха.
Михаил Афоничев. Ну, 50 грамм запас. Сколько? 50 грамм. Ну, я же говорю, трусы. Можно? Да. Пока все прикидываются. За кайф. Выдыхай. Доброго. Заедет машина. Ну что? Закрывают. Кенты закрывают весы. Заев. Еще пахать надо. 700 грамм еще четко. Норма. Доброе утро. Нартоков, ты что похудел-то так? Что похудел-то? А? 79 завязал? С Русланом побороться хочешь? Четко. Самый маленький, наверное, в этом весе, да? Борьба сегодня и завтра, и даже послезавтра. Чуть-чуть. Адам. Олимпийский вес. Норма. Доброе утро. Погиб. Базарганов. Доброе утро. Все, все, пошла, пошла, пошла борьба. Доброе утро. Ты что это весь в одежде? Завтра? А, ну, тем более. Тогда все хорошо. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть, еще немного. Да. Бек Хазаев. Норма, ё-моё, 300, ещё перегнал, блин. Давай, давай, давай. Ты монстр. И теперь побежали, да? Ничего я не читаю. Я фотографирую. Никакие чаты. Норма. Зверь.
Так,
Я в шоке. Андрей. Я в шоке. Я в шоке.
Норма. И
Супа благоведения. Нормально. Юсупов. Расписывается вот линию. Делай вот. Стоп, 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 подождите. Следующий. Открывать ли можно? Да, 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 следующий. Вас проверяют или нет? Врачи, да? Проверили? Норма. Норма. Норма аптеки. Подождите. Камиль, да? Норма.
Чуть не пропустили. Алан, смотри, смотри, там норма. Норма, 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 да. Там еще вот... Это что, смотри? Там были... Сутки, да, и... Там судья находили, Хамат, быстро, чтобы он выиграл, не стал. Подожди ему. Там сороковой. Печки. Следующий. Норма. Подождение. Ищи. И куда одеваем? Я не стану в норме. Норма. Меньше не могут мельче написать шрифт. Убавив, а? Сделай на двух, на трех местах. Ну, нормально сделай. Какого? Нормально, за бумажку каждую ударить. Не знаю, здесь... Экономист. И квак закончил, наверное. Какого ручек? Здесь сейчас есть. Ахмедов, у тебя... Здесь уже ничего нормально. Забирай пропал. Там 2 килограмма допуска еще. Еще давай, иди гоняй. 54 нас уже. Бабра Арда. Старшим ветераном. Норма. Юсупов Магомед. Да. А? Да. Так, давай. Гоняй вес. Открывай, 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 могу. Кто там? Кому идет? Скоблево. Норма. А в рыбу в арту? Э? Норма. Вот ты, вот между ними, вот лички я тебе поставил. Вот, да. Следующий. Да, двое. Алло. Да, привет. Ну, там? Следующий. Норма. Ай, чего? Афина. Норма. Давай, следующий. На хасы шабу. Норма. Вот здесь вот, вот здесь. Вот два мало. Ну, хорошо, очень хорошо. Потому что не так, вон нас свалит. Норма. 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 Да. Нет, там хватает всего. Егор. Там всего, там региона хватает. Все хватает. Ну, просто. Так, ищи, 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 да. Следующий. Так, Валиева нет, мы снимаем. Всем сбор, да? Семья? Норма.
он брутос. Норма. Кто на рэкболе так скидывает? Гоняет, гоняет. Да, он так знает. Могу как это есть. Ну, он больше. Потом больше. Следующий. Валиев и пошли, короче. Норма. Ну, все еще сухо. Вон, все еще сухо. Валиев Максим. Следующий. Паспорта, прибавьте. Норма. Следующий, да. Подпись, да. Следующий. Норма. Как угодно. Как больше лайков? Это вас не видно. Проверить-то уже проверяться нельзя. Ты в этом весе больше. А ну-ка, отойди. Норма. Ахмедов. 86. Вот здесь чуть-чуть побольше. Вот. Следующий. Следующий. Понял. Маргер, давай, гоняй. Сыгака. С возвращением. Первый старт. Норма. Следующий. Байтукаев. Я вот его же сказал, делал.
Да, давай, гоняй. Там же норму показывают. Я не знаю, здесь не показывают, что я. А? Можно там выше? Да, вот в этих весах можно? Да, нормально. Не, ну давай, 200, если есть норма. А что ты говоришь? Ты там взвешивался? Ты же прикидывался. Зачем тебе эти весы, если ты на них взвешивался? Вот в каком весе? Ты же не взвешивал. Ну ты из кота проверял. Какое сосла? Там меньше показывает. Обиевала. Точно. Найдукая. А понавис, иди. Нормально. Елки, там нормально. Не буду, а не буду найти 76. Ты кто? 76 ровно был. Ты кто, Гарри? Кто ты? Нам завтра на... Здесь птичка. Вчера вот я... Следующий. Его нового? Да. Лайпана, да?
Ты здесь? Значит, опять. Ты сейчас чуть не Басаков, все где? Леша, Павлов. Давай. Значит, третье оружие. Здесь ты не пропускай больше надо. Мусолин. Норма, да? 65. И не пропускайте здесь по 20 часов. Норма. Удаю. Норма. Умаров. Норма. Умаров. Это твоя бумажка? Это. 95 на Жешоне. 12 лет, давай. Фадиев. Жандаров. Нигеев. 65 на Жешоне. Три человека осталось. 74, как не взвесится еще? 97, давай! Там чекали. Норма. Пятьдесят пять, два человека еще. 70. Пока команду нам не дадут. Сейчас, когда придем, там придет. Самое главное, 57-97 пока не помню. Запускаем. Все, давай, время поставим. Отметим. Здесь. 08, 08. Отмечаем. 70 и 79. Давай, 79. Паспорт. 86. Ничего, 8-15. Норма. Заканчивается. Подожди. Не торопитесь. Да, норма. Ты вот здесь, вот здесь, да, вот здесь, да, так удобно. Давай. Пасха.
Ардоков? Магомедов. 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 Ардулага. Владимир. Норма. Смотри, плачет. Этот, Армен. Вот этот, Магомедов. Все. Анзор? Смотрите, справки. Анзор. А там. Норма. А я туда. Погоди. Одни. Норма. Следующий. Магомедов. Магомедов. Магомед Наби. Норма. Следующий. Санакоев. Санакоев. Норма. Кириш. Сюда. Гаджи. Норма. Джамал. Сто. Норма. 79. Джамал, да? Садаев. Такие люди. Норма. Подаем. Вы тоже нет объявляете, те, которые еще не весились. 55 килограмм. Это еще один. Просто проверяет. Это машина. Норма. Какая? Норма. Пятьдесят пять есть? Магомед. Магомед. Норма. Ребят, паспортом на взвешивание, лишние бумажки уберите оттуда. Норма. 86 минуты осталось. Ахмедов Бакиев. 55. Бакиев. Сацаев. Алания. Абдулла. Дикеев. Абдулла. Алания. Есть такие? Норма. Это работает? На меня посмотри, пожалуйста. Баймурдиев. Баймурдиев. Норма. Шами. Ветеран. Норма.
подойди. Вы говорите 57-97, кто не взвесится еще? Двое. Нормально. Ну, говорите, говорите, потому что осталось здесь-то полторы минуты у них. 55 килограммов, кто не взвесился, осталось полторы минуты. Вадим, Артур, есть такой? Алания. Чего? На меня посмотри, пожалуйста. Вадим, Ислам, Алания. Нормально. Я вот там. Да, через минуту закрываем вчерашний вечер. Кто боролся, давай. Слушай, какой ответ? 57. Замбиев. Живой. Фамилия Катушко. 97. Где ты раньше? На меня посмотри. Другая. Привет. Норма. Человек, который хромал, Адам, Адам, который хромал на чемпионате. Норма. Да, ничего не перекидывай, это как заявки было, так и есть. Ладно, идите разбирайтесь. Вы что? А что, ты по правам что-то, а где паспорт? Где там прописка, мы посмотрим. Без носа, ладно? Ну, если у него нормально, разберитесь. Ада. Ада, ада, ведущий. Ага, ада. Сейчас норм. Да? А вот теперь улыбнись. Ради. Теперь улыбнись. Очень момент. Жигунов, Артур. Магомедов. Не дергайся. 150 лишних. Делай, все время есть. Полчаса у вас есть? Все. Я не мозг делаю, ты весь делаешь. Ты меня первый день знаешь. Все, 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 давай, давай, давай. Проблема. Стоят, фотографируют, снимают. Как вас? Норма, норма. Ты меня знаешь, я тебя знаю. Его 150 грамм лишний показывает. Кабардино-Балкария. Магомедов, Дагестан. Ашев, Кабардино-Балкария. Норма.
Норма. Владимир Болгария, да? Да. Окей. А где он? Аша. Его неправильно записали, он 65 должен. Отметил? Нет, Рыгунова отметил. Да, да? Все. Рыгунова, Артур, Кабан. Лишний. 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 Лишний.
Стоит? Он свещенный? Ты что, сейчас баня, теплая вода, выйдем. Тебе дал? Да, да, да. Отдаленных, отдаленных районов. Да, 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 так не видно. Турция? Приехал? Кому? Опять? Салат передает советский морцов. Нормально. Пьера, ты машину взял? Все, все, все. Два человека осталось? Три человека. Посвящение. Опа. Свет. На меня посмотри, пожалуйста. Свет, опять свет. На меня посмотри. Вот так хорошо. Так, на меня посмотри, пожалуйста. Вот смотрите, так, у вас светло, да? О, на меня посмотри. Алло. Ну что? Это у вас тут. Непонятно. На меня посмотрим. Проверь, сколько шашлык. Форма. Нету? Время? Да. Да. Положение как мне? Проверь 2 килограмма, да? Да. Все. 2 килограмма. На меня посмотри, пожалуйста. Да, посмотри. Подтирай норма. Выздоровите. Норма. Норма, Тома. Так, бай. Норма. Стой, 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 стой. Бай. Бай. Кто пошел? Я понял. Норма. Безобразие. На меня посмотри, пожалуйста. Бай, что там есть? Футболки? Так можно? Норма. Так, уважаемый, смотри. Вот так что увидели, не запускай больше на дверь. И как вы одевайте трико наверх. Вот так заходите один в дверь. Норма. Вот член. Ребята, здесь хочу показывать дело, потом трико одеваем. Там хорошо, тут свет светит лицо. Норма. Норма. Следующий. Норма. Да меня смотрит? Норма. Тут тепло. Да меня посмотрит. Норма. Подними. Не хочет он дружить со мной. Стай. Стай. Ну, давай. Норма. На меня посмотрели? Это что у тебя? Специально, чтобы вес допустили? На меня смотришь? Норма. Давай, на меня смотрим. Норма. Светло, светло, светло. На меня посмотрим. На меня посмотрим, пожалуйста.
86 это слабо. Здесь что ли здесь? 74-97. Не допустим. Все, как без паспорта? На меня посмотри, пожалуйста. На меня посмотрим. Давай. Давай. Вот. Хороший план задний. А фотографироваться надо. На меня посмотри. Нормально. Ну, слухай. Ну, надо. Успокойся, мы слухаем. Не на зрение, не на зрение. Там зрение. Да бог, ну, на голове же. Ну, там кровь везде, в тепле. Ты тоже сейчас? Ну, что-то быстро здесь. Вот когда Акшар порядок. Его дай надо. Акшар, ну давай. Ну, надо было сигнал. На меня смотрим. Вот.
Штаны, видимо, тяжелые, да? Это уже говорю. Штаны, что ж, о чем ты думаешь, лучше побегаешь. Ну вот носки точно тяжелые, да? И выдыхай. Thank you.
куда? Прислал. Луа. Давай, ну, вот это. Что добавляешь? Я вот,
Честно. Вот скамейка здесь. Вот. Вот. Хамза! Хамба! Хамза! Дай у кварта, цик! Я кварта, я у меня, ой, да! Слушай, да? Ма! Ну,
Ты что тут забыл? Как фамилия его? Беганов. Беганов? Беганов. Есть же два брата. Да. Алан и Алик. Этот Алик, по-моему. Да. Он хороший. Он был Беганов, потом Беганашвили, сейчас опять Беганов. Что-то там видно, то мама, то папа. Куда подходит? Ты на кого здесь поставил? Есть? Ганиша, Абдуллаев, кто-то из них. Абдуллаев? Да. Норма. Абдуллаев это который? Который чемпион выиграл. Здесь? Абдуллаев? Да. Он сверху, снизу? Победитель первенства мира. А? Мир. Прошлый год поедешь. Абдуллаев, да? Да. Он сверху, снизу? Они там в финале, конечно, если я не знаю. Пускай, пускай эту сторону будет. Норма.
Норма. Шабеков. Магомедов Шамиль. Даже Магомед.
Степанов. 9 минут до конца времени. Ամեն բարձտո յուղդա։ Հա։ Ամեն բարձտո յուղդա յուղդա։ Лицо проверяйте, говорил. Лицо обязательно проверяйте. Кто другой пришел? Куда смотрели? Куда смотрели? Анга. Нормально. Суды на 200 лет. Паспорта смотрите обязательно. Лица их. Может другой прийти взвешиваться. Недосмотрено и надо, я на месте делаю. Если его в списках нет, он не будет. На висеть. Оплата где твоя? Нормально. Я вчера обедал, он кричал это. Все равно вы свое делаете. Вот один раз наказать вас, не пускать этих людей бороться. Вот то будет нормально. Вот завтра я вам слово даю. Если кто на агрессии будет бегать со мной, или что-то, я его не сниму. Не буду пускать бороться. Вы свои вопросы решайте сегодня. Юра, это потом. Давай. Вот это кто сидит тут? А, могу. Саид, да, я тоже. Там у ребят, которых нету квитанции об оплате, мы некоторым командам сделали квитанции на одного тренера. Одна квитанция. У них не может быть квитанции. Если он в списках там есть, запишите номер, не пусть вытаскивают.
Если нету списка, напишите его без меня. 84. Если в списках его нету там, не пишите его туда. Мурат. Я еще раз вам объясняю. Команда чеченская команда, там, дагестанская команда, КБР. Мы сделали им одну квитанцию на тренер. Эти ребята, они из списка должны быть. Остальные, у кого есть проблема, пусть идут секретаря. Не пишите никого. Если вам справки принесут 2000 года, ребята, этими справками отправляйте туда. Родители, не надо на них кричать. Вот там и не кричать свои вопросы. Тогда домой идите. Это вы должны были дома решать эти вопросы. Умники наши все. Макемед засуба, да, Альберт. Нормально. Как будто свадьба осталась. Черно по белу написано. Давай. Положили, написано там. Дети не достигшие 18 лет. Микрофон. Нормально. Какой документ с меня? Амза, все возмущены в микрофон. Для чего у него тренер? Родители приходят, вопросы решают. Для чего тренер? Норма. Тибризов. Следующий. На меня посмотри. Жоржиев. Жаргал. Жаргал. На меня посмотри, пожалуйста, улыбнись. Сейчас отсюда запускаем. Один оттуда, один отсюда. Вот этого парня, он 57, он 61. Его молодой парень. А ты из какой команды? Вот это «Динамо», который я тебе сказал. Ну если, зачем ты вот это? Твоя заявка вообще не негодная. Зачем ты пришел вообще? Ну и что твоя совесть? С улицы придут, оплатят совесть. Ты с улицы пришел? Откуда ты пришел? Ты есть дагестанская заявка? Я просто не успел. Есть дагестанская заявка? Есть, есть, есть. Нету его? Есть. Нету? Есть его. Он принес динамовскую заявку. Я принес лично вчера. Нет, динамовскую заявку здесь не работает. Я не успел, а здесь работает дагестанская заявка. Что вы мне придумываете? Сказки рассказывают здесь мне. Нет, есть дагестанская заявка. Я лично приехал вчера. Откуда ты приехал? Ну и ты принес из Динамо заявку. Ну что мне сказали, я принес. Нет, кто тебе сказал? Тренер сказал. Ну тренеру иди, неси эту заявку. Иди неси его. А я его сниму и все. Ну сними. Иди своему тренеру. Почему Дагестан должен всегда отличаться? Нет, это не чемпионат Дагестана. Слушай, ты тоже мне не друг. А что ты там нет? Ты говоришь, я заявку принес. Нет, уважаемый, заявку приносит Анвар Абдуллаев. Нет, я говорил, или старший тренер говорил тебе? Нет, кому надо, иди тогда туда. Кому надо. Умник здесь. 63. Ну надо раньше идти надо. Есть федерация, есть старший тренер. Куда надо идти? На меня посмотрим. Нормально. Чемпионат Дагестана приглашает Береста России. Сак. Буян Ваш. Ну, судя по результатам, очень похоже. Вчерашний день очень показал спорта. Вместо России у вас чисто на дыгестане. Не, вот у нас эти люди не понимают. Тренер для чего у них? Родители лезут сюда своими детьми. Лайпага Ислам. Лайпага Ислам. Ислам, посмотри на меня. Да, имам. Взвешивайте, кто я сам. Медосмотр сами проводите. Если нету человека там, не надо никого писать.
деньги. Они уже там кого-то дадут. Амир. Ахмед. Азиев. Нормально. Есть, есть какие-то. Чеченская команда там. Да, дагестанская Махачкала тоже одна и та самая. Кто там есть? Все пропускайте. Ручка никого не пишет. Идите разбирайтесь там. Никого ручка не пишет там. Еще раз говорю, ручка никого не пишите. Идите туда, принесите бумагу, что его можно взвешивать. Вот, смотрите, вот, туда идите и принесите. Если они сдают, да. Зачем чек? Кто-то может читать. На меня посмотри, пожалуйста. Что вчера было? Семетинов, Магомед, Пан. Нормально. 62. Перепись населения. Борцовского. Улыбнись, борец. И на руке. Извини. Нормально. Куда смотри? Потапов. Сохва и сразу. Номер. На меня посмотрим. Улыбнемся. Нормально. Все, иди туда. Все, все, давай быстрее, не задерживай. Нормально. Я еще раз повторяю, родители, у ваших детей есть тренера, которые платят зарплату, давай, что он работает. Вот эти тренера должны этот вопрос решать. Не надо родителям сюда ходить и права качать там, что он говорит и так далее. Дагестанцам часто это касается. Есть две заявки, составленные старшим тренером сборной команды республики. В основном составе есть 60 человек, дополнительно 52. Если в этом списке ваших детей нету, не лезьте сюда, пожалуйста. Не лезьте. Это не АУА соревнования и не Дагестана. Это всероссийские соревнования. И превращайте его в первенство Дагестана. Не лезьте сюда. Пусть тренера ваши решают этот вопрос. 72. Короче, Авара Пулач, что хотите делать? Кого хотите улить, еще давить и записывать? Вот он заявки. У него опрочен, Пасумов, Магомед, Ткачи. Нормально.
раз будет. Раз. Парень, там уедем. Гамзатов, а там есть? На меня посмотри. Лучше два. Гамзатов. Золотые слова. В точку, точку. Последние слова правильно сказал. На меня посмотрели? Норма. Хикулов Мухаммад. Хикулов Магомад. Потерялся, что ли? Чами? Чами? Шапиев. Нет, если посмотри вот здесь. Я же тебя увидел. Нет. Партия есть? Да, сколько вот 3000 я знал, что сколько там? 15 вот это, ты квитанцию взял? Ты квитанцию должен брать? Ты кому сдавал? 3000 очень взял. Кому? У вас есть наша там? Забей. На меня посмотри. На меня посмотри. Нормально. На меня посмотри, пожалуйста. Борец. Иман, у них, наверное, Иман. Общий, наверное, у них. Общий. Он пригласил Адвар. Общий список. На меня посмотри, пожалуйста. Ты что, под приходом, что ли? Дальше срока приезжай на работу. Следующий, давай, быстрее. Так было лучше. Конечно. На меня посмотрим. Норма. Там его, смотри, там его списка нет, но он там все, он прошел, все там дело, оплатил, все прошел. Есть там вот. Вот здесь все. Там кого нету. На меня посмотри, пожалуйста. А сейчас пару. Ben ağabey buraya kitap yiyip çıkarayım ama ne işle gelir. Çünkü iyi mi? Bir şey bir sıkmayı yok.
Улыбнись. Давай. Улыбнись. Хорошо, когда улыбаются, когда боятся. Я тут уже летим, никто ничего не написал. Ты вообще первый с зубами. Они все дагестанцы. Остальные все без зубов. Нет, все дагестанцы. Там будет сишка. Сейчас кто так и боролся. С зубами. Нормально, часа пока, накачка. Чай, чай. Казербеков, да? Да, Казербеков. Да, отсвечивай. Жеребьевку делаете, да? 80. А там все большие. Жеребьевку делаете. На меня посмотри. На меня, да? А где делегация? Телевидение где? Слабый ты сегодня. Ну-ка, давай. Так, я не понял, а вы почему не фотографируетесь с пацанами? Надо с каждым фотографироваться, с каждым улыбаться. Я им говорил, они не слушают, они туда смотрят. Боятся. Еще раз. Мы теперь по-другому как-то. Паша. Иди еще 800 гоняй. Это наша, я говорю. Я еще 800. Нормально. Следующий 800 сгонит. Во вчерашние призеры запишем. 64. На меня посмотри. Подожди, подожди. На меня посмотри. 61, да? Не, 72. 61. Давай, давай. Ты взвесится хочешь? Да, да, да. Номера не фотографии. На меня. Смотрим, да, смотри. Номера не фотографии. Улыбаемся. Магомедов, Камал. Можем позировать. 4, 5, 6, 7 человек еще. Камал. Сейчас смотри.
Ну, на меня смотрим, на меня улыбаемся. Норма. Этот номер 189. Понял. Магомедов Али есть такой? 189. Улыбаемся. Привык рассчитывать только на себя, поэтому. Ну, если что, я понял, да. Очень приятно. Здесь оставляем вопрос. Что ты можешь сказать? Улыбаемся. Или хмуримся. Если ты не возьмем на заявку. Нет, что сам? Если же мне что-то. Ну, давай еще раз. Давай нормально. Ну? С позитивчик. Давай, конечно, с позитивчиком. На меня-то посмотри, я же не фотографировал. Ну. Куда смотри? Все испортил. Ну, давай. Все. А теперь давай контрольный. Хочешь не болеть? Давай, нормально. Во, еще раз. Ну? Позировать не умеет. Ну-ка, давай, еще раз. Один от начала. Сабанов, за историю, улыбочка. Норма. Номер возьмите. 175. Улыбнись, говори. Сейчас посмотрим, сколько вообще получится. Мурат, сколько народу получится? Ахматов, Шадид, много лучше. Ахматов есть. Шадид, На меня посмотри. На меня посмотри. Я же не просто так. Вот и да, за это. Ох, ты все, молодец. Тарзон, стул поставил. На меня посмотри. Норма. А где кто мрачан что угодно? Тебе анкету надо заполнить. Завтра во сколько подъедешь? Это Ханика. Анкета обязательно, без анкеты ты все равно не пройдешь. Ты чуть-чуть пораньше подъезжай, все равно в 8 часов. Этот. Ну тогда взял в зале бу, когда идешь, позовешь меня, хорошо? Ок.
квитанции, вот посмотри, он с собой забирает. Квитанции он с собой забирает. 62-200. Да, забирает. Он в основном в списке. Сколько лишних? Здесь. Там вроде нормально. Здесь. Извини. Вес какой-то. Здесь. Там надо. Здесь. 70-30. Келин-келин играет. Полчаса уже, да? Полчаса уже приехал. 200 га? Да. А кто не 200, да?